Вставай, вставай, вставай. Ай-яй-яй, блин, а вот вдвоём унесло, это был прикол. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гангбитс. Пацанчики, поздравайтесь. Всем здорово. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. Погнали. Да. Ну что, злой полицейский готов скидывать и мочить всех. Ну давай, иди сюда, вонишняя клешня. Эй, поджопника, не бей меня, отвали, тварь. Тихо, тихо, тихо. Полицейский. Жопу задираем. Отвали, отвали. Не отпущу. А как лазить? Какой кнопкой, вы не помните? Shift и левый, правый. Понял. И потом Ctrl, чтобы залезть. Ты можешь меня вообще бросить? Нет. Ты дурак, ладно, бросай, бросай. Давай, неси меня. Ты что, будешь со мной драться еще, ребята? Буду мочить каждого и все. Ого, толпа прилетела, офигеть. А ну давай, злой полицейский сегодня должен выиграть. Отлично. Он сегодня в ударе, да? Отлично, вынесем этого твари. Да ты упадешь сегодня. Ух, вот это веселье, офигеть. Ай, Дима, за что? Да, я буду убивать, я же обучаемый полицейский. Я же обучался специальным приемом для того, чтобы гасить таких, как ты. Эй! На, нифига себе, там витрина что-то падает. Олень! Давай, тварь, я тебя подниму. Ух ты, вот это мы с ним сальтухи крутим. Я тебя заломал, за руку и за ногу, ребята, взял. Так, это я плайер нол, я даже не знаю, кто это. Отвали ты! Ого! Нет, это живой должен остаться. Красиво его заломал, ничего сделать не может. Полицейский злой сегодня. Ты чё, драться со мной вздумал? Эй! Отвали, рогатая скотина. Меня олень бьет. Олень какой-то вонючий. Кепку мне отдай. За то, что... Ух ты, нифига себе, влетел двумя ногами вперед. Тихо. Что за вакханалия творится? Держи меня. Я держу тебя. Так, отлично. Заломал двоих. Эй, за жопу меня не трогай, тварь. Отвали. Так, надо ногой и руками махать. Во-во-во, клепай, наклепываю. Ах ты, плеер 0. Нет, пацаны! Меня выкинул красиво. Красиво, прекрасиво. Плеер 0. Между собой дерутся. Так, а кто у нас там еще живы остались? Саби и Италия. У меня все плеер 0, короче, я понял. Какой-то баг у меня, короче, в Гангбитс. Офигеть. Давай, я в тебя верю. Давай, вдвоем. Да офигеть. Отлично, в стекло выкинул. Еще кто-то жив, да? Чебузаврик, наш, олень. Давай. Оленевод, мы в тебя верим. Давай, за цепочку. Красивая драка. Болеем за нашего. И нажимай Ctrl. Все, он тебя сейчас выкинет. Ребята, болеем за нашего. Ну блин, застрял, толстожоп, ну блин, почти. Толстожопый снеговик. Давай, ты его вырубишь, я в тебя верю, ты сможешь. Ты же лучший нагибальщик Гангбитс. 3000. 3000 X Turbo. Мега супер... Райзер. X3. Давай. Давай, лень. Бей! Отлично! Да ладно, драу, ничья! Ё-моё! Блин, ну вы хорошо дрались, мне понравилось. Попытка была хорошая. У нас олень слишком маленький. Попытка не пытка. Ну ничего, сейчас я тоже начну выигрывать. Я сейчас как натренируюсь. О, я помню эту карту. Надо бежать на передний вагон, чтобы выжить. Офигеть, представляете, сразу вырубили. Отвали, тварь. Тварь, отвали. Нет, я не знаю, что я там делаю. Я живой. Держи меня.
Я живой, да ладно, офигеть. Один улетел. Я держусь. Ну что, уже сейчас будет все-таки что-то с картой, очень такое интересное, он вылетит. Давайте туда в угол пойдем. Чтоб на всякий случай. Минус один. Вы там еще деретесь, да? Посмотрите, я нормально там? Я буду спереди. Свободно сидеть. Пока что на чили на расслабоне. Висит такой. Челик сел и сидит. Уже не... Интересно, он упадет или нет? Поставите, нормально с жопой биться об шпалы? Нет, вот это я, конечно, зря. Контрол нажимай. Нет! Контрол. А, вот... Ребята, это очень эпично. Эй, руки! Руки! Ну, блин! Я так же само, Дим, улетел. Я тоже. Блин, да мы как-то... Я, Дима и ты, мы просто одинаково улетели. Ну мы, короче, с одной команды сразу видно лохи. Команда лохов. Да-да-да. О, вот это мне вообще нравится, сильно. Кимсуби, крыса! Да ты ничего мне сделать не дал. Ну правильно, бей первым и не получишь ответку. О, стекла поразбивали, ребята, вакханалия творится, давай, тварь, ты будешь с копом драться, да я коп в шестом поколении, я тебя замочу, тварь. Дима, уходи оттуда, сейчас тросы сорву. Нет, зачем ты мне сказал уходить, если еще можно было висеть? Или нельзя было? Блин, да лифт-то рабочий, зачем? Нет, видишь, там челик провода ломает. Ну, не провода, а эти самые. А как он так лазит быстро? Он на опыте сразу какой-то. Сразу видно профи. Да. Так, сам а что там тебе делать? Давайте, деритесь, пацаны. Покажи вещи. Давай, васаби. О, да, ли, нет, лифт скинул, еще работает. Но я все равно болею за тебя. Давай, васаби. Я всегда пытаюсь. Прикольно, лифты ездят. Особи. Ты понимаешь, что ты сейчас улетишь? Да-да-да, прощайте! Так, ну что? Осталось двое. Один наш, один чужой. Вот это я. Один умер. А, наш умер. Ну молодец. Да. Телепиздрик выиграл. Ох, рыбкой вниз. Короче, сразу бьем желтых. Да-да-да, давайте, потому что реально он какой-то читерский. Ребята, мы сейчас объединяемся и все гасим толстожопого желтого чилипиздрика. Снеговика. Сейчас мы ему покажем. О, я помню эту карту, это когда акулы будут, да, здесь? Давайте. Ох, вырубили, нифига себе сразу. Эй, васаби, меня зачем брать? Нет! Ах ты, тварь, иди сюда. Я ничего не вижу. Нифига не видно за этим контейнером. Дим, смотри, если акула придут, потом будет корабль тонуть. Надо желтого скинуть, он там просто лежит. Слышь, ты! Ты что, дра... Эй, меня только не скидывай. Отвали, лох! Ты чё, на меня мурчать вздумал? Ого, нет, вертушки! Нет! Я тебя выкину, а не ты меня. Выкидываем его. А, ты не захотел, да? Иди сюда. Ты, ну, мне, может, что-то поможете? Отвали, блин! А, дурака во мне. Дима, отпусти рака, я свой. Да блин, нет, чувак, нет. Покидываем оленя. Да что у нас... Да что у меня творится? У меня что-то с картой не то, у меня просчитывается как-то странно. Еееее. Кто-то что не выиграет, и он вместе со мной улетел. И что, ну мы только с Димой двоим остались. Получается... Да что со мной? Нет, он еще живой. Что со мной? Я не знаю, что творится, ребят, это цирк. Там акула! Акула, отвали! Акула! Сидим, живем! Ха-ха-ха! Прикольно! Ага, пробел надо держать. Во, я вспомнил! Надо пробел было держать. Ну что, ребята, я профессионал. Теперь?
Так, постоим здесь, посмотрим, что будет дальше. Пока мне все хорошо. А где все? Никто за борту. А, вы оба остались. Ох, акула, акула, акула. Они... Блин, вы неплохо. Вы вдвоем остались. А я никого не вижу. Дима, а Кью нажми, я... там будет видно, то, что вы вдвоем остались. Ну, у меня плайер 0, я его не вижу. Где он на карте? Я под тобой. Ну, залазь давай. Очкошки. Корабль тонет. Да? Наш корабль идет ко дну. Я буду держаться двумя руками. Смотрите, как я обхватился. Чтоб точно не уйти. Как Титаник буду идти до последнего. На следующий раз победа будет с моей, потому что рак умеет. Рак, который... Так. Я понимаю, что отсюда будет сейчас идти. Кула уже до сюда не допрыгнет. Будем тут сидеть. Раз передок уходит на дно, будем тут сидеть. Хорошо, держимся. Полицейский рулит. Эй, у меня щит просчитывается, я не вижу врага, вижу, что меня кто-то бьет. Слышишь? Отвали! Я не вижу никого. Да не бей меня! Ну не бей, у меня воздух просто. Этот прикольный ролик выйдет. Ребята, это угар. Это угар. Тихо-тихо. Нет, нет, нет. Давай, рак, живи. Да отвали ты от меня. Рак должен жить, потому что... Залазим, залазим, залазим. Красиво, красиво лезем. Нет, вода, вода, вода. Нет, нет. Эх. Сейчас будет. Да отвали ты! Его. Отвали, пожалуйста! Если сейчас тайминга не будет, то ничья. Ну, ну, ну. Офигеть, да, ничья. Долгая битва была, непонятно, кто выиграет. У меня как-то странно просчитывается игра, почему я не вижу, кто меня бьет. У меня воздух бил. Дим. О, любимая моя карта. Это тоже сейчас вас поскидывать. Ой, всех. А ну иди сюда. Да смотрите, что творится! Что за бред? Меня бьет воздух! Ха-ха-ха! Ты раз такой ждал, у меня такого не было бага. Ядовитый воздух. Да-да-да-да-да. Бу! За мной гонится призрак, ребята, спасите. Нифига себе тут творится в канале. Давайте буду с вами драться. А ну! Ох ты, тварь. Есть! Есть! Видели, что я сделал? Скинул одного. Ах, ты меня вырубить решил? Будем с воздухом драться. Ты думаешь, да? Ты думаешь, меня вырубить? О, отлично, вырубил. Ты живой. Ты живой. Ой, я тоже упал. Я тоже. Вставай, вставай, вставай. Ай-яй-яй, блин, вдвоем унесло. Это был прикол. Под пояса такие. Мы вдвоем зато улетели. Еще одна. Едить, колотить. Опять он выиграл. Да ладно. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Следующий.